Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Дарт. И с чего хотелось бы начать это видео? С того, что я написал сегодня первое свое ЕГЭ в жизни. Ну, надеюсь, написал хорошо. Ну и до следующего экзамена есть время отдохнуть и заснять одно-два видео для канала, чтобы люди, точнее вы, подписчики мои, не потеряли интереса к каналу. Так, что еще я хотел сказать? А, ну, закончил 11 класс без троек, поэтому радости хоть лопатой греби, так что сегодня я, возможно, буду веселый. Ну, что-нибудь фигню какую-нибудь молоть. Так, ну, значит, начнем также с эволюции. Дода первую у нас. Люди истребили последнюю популяцию 300 лет назад. К сожалению, это так. То есть у нас дода вымерли. Ну, думаю, было бы неплохо, если бы все животные, которые занесены в черную книгу, сейчас бы существовали. Это птица Моа, Додо, Стеллерова корова и очень много других животных. Ну, истребили, так истребили, на то оно и человечество. Давайте покормим. Так, ну вот так у нас будет выглядеть Дода на последнем уровне эволюции. Такой вот у нее пестрый очень окрас. Сила 1140, здоровье 8170, урон 439 до 2635. То есть он довольно такой сильный у нас будет, даже не в тройке, а в четверке, по-моему, самых сильных животных он должен быть. Так, дальше идем. Аэпикамилус. Чувствовал себя комфортно в группе, обрывая листья с высоких деревьев. То есть жили группами. То же самое, как современные ламы. Кто не знает, кто никогда не задумывался, почему лам покупают всегда и по две штуки, а не по одной. Ну, минимум, в смысле. Или тоже альпака, там еще кто-нибудь. Потому что ламы очень зависимы от станного образа жизни, точнее жизни в коллективе. В одиночку они быстро умирают, то есть не суицид, просто им становится грустно, они начинают ничего не есть и в итоге умирают. Поэтому лам всегда покупают подвое, чтобы у них был друг, им как бы было весело жить. Видимо, то же самое наблюдалось и у Айпикамилуса. Ну вот у нас он такой тоже окрашен, как жираф получается. Не знаю, чем ему греметь, он, конечно, здоровый, но я не уверен, что он прям таки много весил. Значит, Аэпикамилус на последнем уровне эволюции. Сила 928, здоровье 6650, урон от 357 до 2145. У меня уже после ЕГЭ рот заплетается. Хоть я там и молчал 2,5 часа, ну да ладно. Значит, тоже вот, как и у Додо, очень пестрая такая краска. То есть, как видите, на теле всякие пятна коричневого цвета. Само тело светло-коричневое, оранжевое даже такое. И вот лапы ниже колена, скажем так, они раскрашены уже по-другому, примерно как у зебры. То есть белые с коричневыми только полосками, а не с черными. А у Дода бирюзовые пятна и голубой окрас перьев. Так, дальше идем. Мелания была доведена охотой людей до исчезновения на юге Тихого океана 3000 лет назад. То есть ее еще истребили древние люди. Ей даже не дали спокойно пожить. Ну, значит, Мелания тоже мне очень нравится с ее вот эта окраска. То есть у нее каждое пятно выделено таким бирюзовым оттенком, чтобы она как бы, ну, как говорится, фотоиллюминесценция, чтобы в темноте светилась. Но, к сожалению, проверить в этой игре, светится ли в темноте, нельзя. Так как здесь нету смены дня и ночи. Если бы я делал эту игру, я бы сделал так, что когда я их кормлю, просто хотя бы падает такой
кусок травы или такая, ну, как куча травы падает, и они ее съедают. Они просто так, что они грызут вот эту землю и наедаются, как-то вообще странно. Ну, вот Миолания все-таки на последнем уровне эволюции выглядит очень круто. Она мне понравилась сразу. Мне все вот такие вот рептилии очень нравятся. Значит, сила 1060, урон, ой, здоровье 7600, урон от 408 до 2000, до 2448, что у меня сегодня с тысячами проблемы. Ой, все-таки классно выглядит. Довольно-таки сильное животное, не зря я на него баксы потратил. Так, идем дальше. Меритерий. Вторая пара резцов, как сказать, была сформирована как бивни, то есть преобразовалась в бивни. Но выглядела она больше как у бегемота, чем у слона. То есть он больше все-таки на бегемота походил, чем на хоботных животных. Но был предком все-таки слона. Значит, окрас у Миолании тоже разнообразный. Тело такое красноватое, панцирь такой коричневый. Меритерий, значит, лапы голубоватые такие, сверху с такой бледно-фиолетовый, с такими коричневыми полосками и пятнами. Голова еще при том розовая такая, как видите. То есть радует, что хотя бы у новых животных идет не просто такая плотная окраска тела с какими-то пятнами, а вот такая разнообразная. Почти 2 миллиона ушли просто в никуда. Значит, Меритерий на последнем уровне эволюции. Вот это животное должны бы сделать маленьким, а его сделали огромным и грузным. Как-то вот все наоборот делают. Сила 1193, здоровье 8550, урон 459 до 2757. То есть среди животных из недавнего обновления, которые покупаются за баксы, это этот самый сильный. То есть кто думает, какое бы лучше животное купить, то есть на кого копить баксы, копите на Меритерия. Как видите, у него статы очень такие хорошие. Да и внешний вид у него довольно-таки примечательный, то есть не пожалеете, если его купите. Идем дальше. Капразух был быстрым, конец морды был у него громоздким и использовался как таран, чтобы повалить добычу. То же самое, капразух, окраска почти, ну, далеко, конечно, не как у Миолани, но все же схоже есть. То есть он весь фиолетовый, с коричневыми пятнами, с черными пятнами, камелеоном, бирюзовым цветом. То есть чтобы фотолюминесценция, чтобы светился в темноте. Значит, кабразух на последнем уровне эволюции. Сила 1000 ровно, здоровье ровно 7000, урона 540 до 3240. То есть статы у него довольно тоже неплохие, так что если думаете покупать его или нет, самое сильное это получается у нас Капразух, Меритерий и Миолания. А вот у Айпикамелуса статы уже ниже 1000, то есть у него сила меньше 1928, то есть он не особо сильный, но все же хорошее тоже животное. Но цена все-таки на них, мне кажется, неимоверно завышена. Дальше идем. Мегистотерий. Название вида Osteoflates означает крошащие кости. Крошащие кости на греческом. Ну, Osteoflates это на греческом. Мегистотерий здесь окрашен уже как тигра. Что мне не нравится также в этой игре, то что, вот, допустим, Мегистотерий. По нему же видно, что он вообще с легкостью завалит слона, но в этой игре он идет как начальное животное, сила у него 96, это просто смешно. Если бы я делал эту игру, то вот самые маленькие животные у меня были бы, соответственно, самыми слабыми. Ну, это логично же. Но здесь вот сделали так, не знаю почему. Ну, что могу сказать, в следующую серию видите его на последнем уровне эволюции. Так, дальше у нас кто? Уинтотерий.
Маленький мозг говорит о том, что он не был умным. Да вы заколебали. Чего вы к его мозгу прицепились, я не знаю. Животное интересное, уникальное. Мне кажется, много чего можно о нем сказать. Ну, значит, у него такой бледный, точнее, да, бледно-розовый окрас с таким бледно-коричневыми полосками. Ну, как видите, когда он маленький, у него 4 таких костных выроста на голове, а когда вот его покормишь до 25-го и, ну, выше 5-го уровня, то он появляется еще один ряд рожек. Также вот у Интотери на 30 уровне эволюции. Так. Ой, боже мой. Так, дальше Карифодон. Самый маленький мозг среди млекопитающих. Вес мозга 91 тысячная килограмма, а вес тела более 450 килограмм. То есть, сами посчитайте соотношение веса мозга и... веса самого животного. Это меньше, чем у стегозавра. То есть он был, ну, если выражаться грубым языком, то он был тупее стегозавра. То есть не только млекопитающий, мне кажется, вообще самый маленький. Ну хотя, не, я ошибаюсь. Стегозавр весил тонн 4, а мозг у него был с грецкий орех. Так что здесь соотношение еще меньше. Так, ну ладно. Вот так вот у нас будет выглядеть Карифодон на 20 уровне эволюции. Как видите, это тоже довольно сильное животное, так что если оно вам попадется, раньше оно, его можно было выиграть на турнирменте, теперь он бывает, на него акции дают, и вы с помощью экспедиции можете его отыскать. Так что не теряйте возможность, не пожалеете. Животное, по-моему, стоит в тройке самых сильных, то есть его стоит купить. Стоит найти, я бы даже сказал. Ну, окрас вот мне нравится чем-то, что вот окрашен он так, как он мог выглядеть в дикой природе. Что-то я не уверен, что капразу в дикой природе и вот так вот выглядел. А где же защитная окраска, там, чтобы незаметно подкрадываться к добыче? Не знаю. Так, дальше. Эрматерий был доведен охотой людей также до исчезновения. То есть у нас могли обитать где-нибудь в Южной Америке гигантские ленивцы, на которых все бы со всего мира съезжались посмотреть. Но, к сожалению, мы их истребили. Ну вот, окрашен он. Белый цвет с черными полосками. Ну, выглядит как панда, я бы сказал, только... да не, вообще никак не панда. Что ж ты около меня будешь делать? Ну, вот так у нас будет выглядеть Эрматерий на 20 уровне эволюции. Если кто заметил, то, я не знаю, может, мне показалось, у него фиолетовый язык. Что за фигня? Что за фигня? Также, да, не помню, показывал я вам или нет. Ну, ледник, по-моему, показывал. Но у меня, по-моему, имеется и новое обновление, допустим, вот Mastodon Mail здание. Я не помню, как Mail переводится, если честно. Но я на Ютубе потом вам в качестве аннотации напишу, как Mail переводится. Как вообще называется это здание. Ну, я думаю, отель какой-то, что ли. Также вот новый объект, это у нас... А, нет, Ice Globe уже был, ледяной глобус. Так, вот дальше у нас... Ну, я думаю, что это точка осмотра какая-то. Осмотр, то есть поднимаетесь и рассматриваете парк с разных ракурсов. Также вот у нас замерзшее озеро. Всего 7% бонуса стоит за баксы, по-моему, покупать. Ой, Big Chill Ice Ring. Не знаю, также в аннотациях переведу, как называется. Ну, это какая-то закусочная, скорее всего. Также вот у нас каменный лес. То есть такие глыбы огромные земли торчат, между ними деревья такие.
Так, ну это что, это река, это все, это есть уже было. Ой. Ну вот, новое животное. Ой, Эндрюзарх. По сути, зверь Эндрюса переводится название. Так, ну сейчас я найду. Так, ну давайте посмотрим. Значит, как, так же, как и этот гиенодон, и как амфицион, он, когда нажимаешь на него, он воет. Нет. Среди наземных млекопитающих Эндрюзархус был самым крупным среди всех. Сейчас я обязан его найти просто. Так, уже не в ту сторону нашел. У меня тут просто небольшой справочник имеется. Так, вот, Эндрюзарх. Зверь Эндрюза у меня написано, что вот переводится его название. Значит, ростом он был примерно 2,5 метра, стоя на четвереньках. Длиной был 5,5, весил, возможно, 1-2 тонны. Ну, где-то одну с лишним. То есть это огромный хищник, но он является предком современных коз и овец, то есть парнокопытных животных. То есть у него на лапах были не когти, а копытца. То есть это очень странное создание эволюции, по сути хищник, но предок овец. Очень странно. Я когда услышал, вообще не поверил в первый раз, когда. Так, у меня же здесь, титанобол у меня тут валяется. Так. Эласматерия. Это самый крупный вымерший носорог. Также, извиняюсь за прошлый раз, когда я перепутал эласматерия с целодонтой, то есть шерстистым носорогом. Эласматерия, оказывается, это вообще огромный носорог. Он, стоя на четырех лапах, ну, собственно говоря, он на двух и не мог. Он был ростом примерно 2,5 метра на уровне холки. То есть, ну, думаю, понимаете, о чем я говорю. А длиной был 6,5 метров, весил около 4 тонн. Это вообще гигант просто. Офигеть. Я вот когда стал читать о нем, я вообще офигел, что такие животные вообще были. Что ж ты будешь делать-то? Нет, легче вот это сделать. Короче, я понял. В следующий раз буду очень долго копить, чтобы приобрести траву. Потому что, как видите, очень много ее требуется. Так, я и с баксами быстро расстанусь. Сила 617. Ну, тоже довольно. Вот это, по-моему, тоже в тройке животных. То есть, среди животных, которые покупаются за баксы, Ласматери, по-моему, самый сильный. А, нет, Эндрикотерий самый сильный. А Эласматери где-то на втором месте. Также у меня есть еще несколько новых видов. Гасторнис. Птица Гастона. С греческого означает. Жила в первом периоде третичного периода или кайнозойской эры. Палеоценовая эпоха. Значит, она жила в палеоценовой эпохе. Сразу после исчезновения динозавров, буквально спустя несколько миллионов лет, появились вот такие вот наследнички, огромные птицы, которые были королями своего мира. Эта птица, по-моему, достигала в росте около 2 метров. Сейчас я тут. Да, около 2,2 метра, то есть почти на 40 сантиметров выше обычного среднестатистического человека. И весила примерно килограмм 100, а то и 120. То есть это была огроменная птица, она ударом клюва убивала всех. Ну, как ее окрасили, как вот эти перышки на голове сделали, прям как из фильма BBC «Прогулки с чудовищами». Кто смотрел, думаю, вы меня поняли, а кто не смотрел, быстро бежать смотреть. Это такое нельзя пропускать. Так, идем дальше. Саркастодон. Что-то свежеватель. Ну, надо также опять перевести. И в аннотациях увидите. Какой-то зуб. Зуб-тесак, что ли.
Саркастодон, это считается предок медведей, что ли, первобытный. Ну, очень похож, если честно. Да, очень похож. Так, сколько у меня еще их новых видов-то, уж кошмарки. Так, вот гиенодон означает, его название из греческого, это зуб как у гиены, ну или, да. Но он является крупнейшим хищником во всей кайнозойской эре, ну или самым кровожадным хищником во всей кайнозойской эре. Опять же. Да, зуб как у гиены у него переводится название. Ну, по размерам он был 1,80 м на уровне холки, значит. Длиной около 4,5 метров. Весил где-то 500 кг. То есть довольно, да, он был размером с медведя, при этом он был активным хищником. Мог охотиться на животных больше слона. Так что, да, я считаю это, что он был сам... Ну, насчет кровожадности не знаю, я бы поспорил, конечно. Ну, раз это гиенодон зубами как у гиены, было бы прикольно, если бы они ему добавили не вой, а вот это, смех такой гиены. Хе-хе-хе, такой, знаете... Было бы очень прикольно, я бы тут сидел, сейчас угорал. Ой, боже, сколько я себе понаставил-то, еще двух. Так, ладно, давайте посмотрим, кто у нас еще там есть. Ага, опять же, животное, которое покупается за баксы. Синтиоцерос с греческого означает, это, ну, сдвоенный рог или раздвоенный рог. Комбинированный, то есть это значит, состоящий из двух частей и более. Как видите, на носу у него был такой раздвоенный, как рогатка рога, а над глазами было по два. Точнее, по одному над глазом. Вот это предок оленей. Также довольно мощное животное, то есть 282 сила на 10 уровне, довольно-таки мощно. Как видите, на повышенном уровне у него, значит, удлинился рог, а эти стали зазубренными. То есть тоже круто смотрится, что вы делаете. Ну, то же самое, что и мегалоцерос. Так, и про каптодон, гигантский кенгуру. Форвард хил, туф. Зуб форварда хила. Название переводится. Точнее, нет, это Forward Hill, это не имя, это переводится как-то. В аннотациях также увидите. Ну, паркоптодон, это кенгуру, жившая в Австралии, также доведенная человеком до истребления. Вымер он только 10 тысяч лет назад. Было, по-моему, по одному пальцу у него на задних лапах, а ростом он был около 3 метров, то есть вообще просто огромный кенгуру. А весил где-то тоже 0,5 тонны примерно, то есть вообще здоровенная кенгуру было. Так, ну что ж, на этом, пожалуй, все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Животные, которые вам показал, тоже понравились. И вы сделали какой-то вывод о том, стоит покупать их или нет. Миссии показывать, пожалуй, не буду, так как и так уже эфирное время велико. Ну что ж, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не теряйте интерес к моему каналу, вступайте в группы, там вы узнаете о том, когда примерно будет выходить следующее видео. Держите за меня кулачки в день сдачи ЕГЭ, надеюсь, это мне поможет. А с вами мы увидимся в следующем видео. До скорых встреч, с вами был Дарт.